Всем привет, дамы и господа, мы на Исфаре. Это пятый тур чемпионата Объединенный мир, в котором Арсенал встречается с командой Свонси. Арсенал играет в красном, Свонси играет в белом. Классическая ситуация, классическая форма команд. Меня зовут Иван Нестеров, давайте познакомимся с футболистами. Игра вот-вот начнется. Мяч сейчас ушел за боковую, Свонс его вбрасывает. А Тапин, удар головой, уже неплохо. Вроде бы потерял мяч в центре поля, но и Растов на подборе. И в итоге продолжается момент Арсенала. Удар. С мячом Кадиров. Теперь Кадиров смещается в центр. Удар и гол в ближний угол забивает. Очень классный удар, очень классный. Панченко здесь в свой же угол пропустил. И Свонси открывает счет. Совершенно не на руку другой. Чаще всего. С мячом Свонси в штрафной площади. Низом разыгран. И в итоге мяч попадает снова в атаке Свонси. Может быть, неплохо. Смещается, режет угол в штрафной площади нападающий. Потеря. Смирнов. И все-таки не получается эту атаку до удара довести. Стенки два человека. Давайте смотреть. Удар. Выше ворот мяч проходит где-то даже на метр. И на сей раз не потому, что команды играют очень душно. Ну и, конечно, не из-за комментатора. Просто такая погода. Смирнов. Удар, где мяч? Мяч в руках у Панченко. Ярастов сумел совершить отбор, но после этого мяч потерял сразу же. Теперь с мячом Панченко в руках. Перевод на левый фланг, Савченко. Ну, я думаю, бить отсюда будет. Нет, решил на коротке разыграть. А вот теперь удар. Загудаев. Нет, это Атапин, прошу прощения, Атапин. Савченко, удар. И мимо ворот. Здесь был стык не очень приятный со Смирновым. Продолжается игра, удар, и удар неточный. Защитники съели сразу же Ярастова. Загудаев в штрафной площади он. Будет ли удар? Кадиров бьет не очень сильно и не очень опасно по итогу. Продолжается атака, Себелев. Удар! Хороший в дальний угол. И вот, может быть, опасно. Удар над перекладиной проходит. Но такая долгая атака в итоге привела Арсенал в быстрой атаке. И удар даже наносится, и вновь не точно. Лукьянов успели вернуться, и Растов. И вот опасно, удар, и все-таки сравнивает счет Арсенал 1-1. Хорошая атака, быстрая, безошибочная, что самое главное. И после прострела и снова ошибка у Свонси. Вот сейчас главное не пропустить второй. Богданов. А получается все-таки пропустить второй. Арсенал просто игру ломает максимально. Переворачивает ее на 360 и после этого еще на 180. Мухлисов. В штрафной площади он. Главное не фалить здесь. Удар выше ворот. В штрафной площади. И борьба продолжается. Удар в итоге нанесен. Я думаю, конечно, этой игре сейчас Загудаева не хватает. Пенальти назначает рефери. Итак, Мухлисов или Панченко. Удар и гол. Забивает Мухлисов. Хотя, конечно, более изящно бы в любом случае пробил Андрей Загудаев. У них сделать камбэк. Как получилось у Арсенала. Момент, Атапин. Мы можем голов и не увидеть сегодня. Атапин. Удар с разворота, и Панченко вытаскивает практически мертвейший выстрел. Арсенал вот впервые за несколько минут вышел чужим воротом. Ярастов бьет и на сетку мяч ложится, не попадая в ворот.
Это нарушение правил в центре поля. Остается времени все меньше и меньше. Итак, удар по воротам. Снова пас назад. Ярастов будет ли бить? Нарушение правил. Передача на коротке, разыгран этот момент, этот штрафной, и в итоге аут зарабатывает Арсенал вновь. Пожалуй, одна из самых богатых, что я вообще видел в АФЛ. Все, матч окончен, я срочно спешу к Загудаеву. Благодарю всех за то, что вы с нами, за активность в комментариях.